Всем привет! И сегодня я вам наглядно расскажу и покажу, как же правильно ставить теги в описании под своим видео. Для этого нам нужно приложение «Творческая студия». Если что, ссылочка на это приложение будет в описании. Вот, я снимаю всякую игровую тематику, иногда у меня проскакивают и видеоуроки. Выбираем видео, под которым вы хотите поставить теги. Кто не знает, теги нужны для того, чтобы ваше видео продвигалось. Например, если кто-то, какой-то рандомный пользователь YouTube, набирает в поисковике YouTube тематику, которую вы снимаете, или хотя бы похожую, чтобы ваше видео было в первых рядах этих вот рекомендаций. Не знаю точно, как это объяснить, но ладно, поехали дальше. Видите, карандашик почти что в правом верхнем углу экрана. Нажимаем на него. Происходит некая загрузочка. Так, и листаем самый низ и видим кнопочку «Добавить теги». Добавьте теги. Теги должны быть связаны с вашим видео. И смотрите, как был пример, вот это помню в Google Chrome на ПК-версии, как там было написано, пример тегов «Альберт Эйнштейн, мешап, рак на горе». Начинаем писать заглавные буквы, делаю все как в примере. Например, давайте по-английски «Мотор Депот». Дальше обязательно нужно писать через запятую, а не через пробел или там еще какие-то знаки. Именно через запятую. Дальше. Подписчика. Так, запятая. Тегов должно быть где-то от 5. Так, чтобы еще такое придумать. Заранее не придумал. Мотор Депот, играю с подписчиком. Кто не знает вообще про что эти теги, можете просто посмотреть видео, которое я снимал. Так, чтобы еще такое придумать. Так, и еще давайте какой-то пятый тег. Ну, вы можете, конечно, перемотать, если не хотите смотреть все, как я это думаю. Думай, Рома, думай. Я старался, пусть будет. Не, а в принципе, почему бы и нет? Все, я старался. Все, эти теги у нас есть. Теперь, не знаю, нужно ли точку ставить, ему хорошо будет, если поставим или забит. Да нет. Короче, нормально. И видим в правом верхнем углу экрана кнопочка «Сохранить». Все, я вам, надеюсь, помог. Если помог, вы можете меня отблагодарить. Это все, конечно же, по желанию. Отблагодарить подписочкой. И очень хотелось бы, чтобы вы поставили этому видео лайк, написали комментарий, потому что благодаря этому алгоритмы YouTube делают так, чтобы это видео попадалось многим тем, которые ищут, ну, как поставить теги и все такое. Чем больше лайков, комментариев на видео, ну и просмотров, конечно же, тем эффективнее оно продвигается, его все замечают, и я могу помочь много кому. Надеюсь, вы поняли, про что я говорю. А с вами был я, Роман Игроман. Всем желаю удачи в продвижении своего YouTube-канала. И на этом я с вами уже прощаюсь. Всем пока!